Крымский город с большой историей. Имя получил от реки Химка, на которой появилось поселение. Благодаря своему названию к Химкам только на «вы», потому что зеленые, красивые и самые лучшие. Согласны ли со мной химчане, что они знают о своем городе, мы решили узнать прямо на улицах. Какого числа в этом году день города Химки? Скоро будет. Вот в сентябре. В сентябре. В каком году в этом году? Вы о чем? Какой в сентябре? Да, знаю. Первая суббота сентября. В начале сентября. А, первую неделю сентября? А сколько лет исполняется в этом году, знаете? С 39-го года. Давайте считать. С 39-го, по-моему, года. Или 78, или 79 Химкам. Много лет. С 39-го года. Около 300. 76. А что изображено на гербе Химок? Стрелец, по-моему, неприкаянный. Так, герб желтый. Стрелец. Какой-то зверек. Как же он называется? Стрелец. Конь человек, который с копьем. На коне? Да. Стрелец. Кентавр. Стрелец. Стрелец. Стрелец, да. Сколько людей живет в Химках? Ну, у нас здесь много живет. Учитывая, что присоединили, ну, думаю, 1400 даже. 300 тысяч, наверное. 1300 есть. 400, наверное, примерно так. Подведем итог. Химкам 84, день города в этом году 2 сентября. На гербе Химок изображен стрелец в окружении звезд. Проживает в округе 411 тысяч человек. В целом, со знаниями об округе у жителей все неплохо, но всегда есть к чему стремиться. Знакомьтесь с Химками поближе и будьте счастливы!